знаете, эти факты накапливают то, что я называю энергетику распада страны. Если так будет происходить, то страна у нас распадется через 10 лет, как и предсказывают сейчас эксперты ЦРУ. Распад страны. Почему? Если из Москвы вместо капиталовложений едут только аудиторы и прокуратура, больше ничего, то есть Москва воспринимается как источник наезда, больше никакой помощи. Ведь раньше что такое Москва? Москва это был Косыгин, который мог приехать и сказать, здесь мы построим комбинат. Путин забирает деньги из регионов и только возбуждение уголовных дел, только угрозы, то есть разговоры про то, что вы не то делаете.